какие-то странные вкусы брать двух женщин. Женщины бьют женщин. Что это за битва кисок? Битва кисок, часть вторая. Чтобы так, я возьму, пожалуй, свою. Захватывайте и защищайте территории, чтобы набрать очки. Так, она нейтральная, надо идти захватывать Б. Так. Ну, понятно, обычный захват территории. Ваша команда взяла территорию. Одну из ваших территорий атакуют. Какую? С, ладно, я буду на Б стоять тогда. Ладно, я пойду туда на А. Мультиубийство есть и в мультиплеере. Я вот это заметил. Ми-пи-пи, ми-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ми-пи-пи-пи-пи. Так, Саринок здесь. Все, я замаскировался. Господство. Обломитесь, поняли, да? Спорное убийство. А, пошел нахер отсюда. Папапи, папади, падай, паду. Тупири, пада, пири, пада, барюлю. Так, бежим на точку Б. Б отбирают, сволочи! Не сметь! Ваша команда потеряла территорию. А ты думал, я... А, это мирный житель был, окей. Одну из ваших территорий атакуют. Понял, бегуна. А где он был, мне интересно? Тот чувак, которого я видел. Нет! Свиные, сосиски, свиные, говяжьи. Нет, не успел. Господство. Я подумал, что это... А, наплевать, в принципе. Фу, мы господствуем на этой карте. О, да, детка. Так, отстой. Ваша всё. Команда потеряла территорию. Придется защищаться. Так, а как мне... Воу. О, мать твою. Захватываем. А, там Фрус захватывает, окей. Одну из ваших территорий атакуют. Я успел! Есть! А, блин, ну он как-то меня добил в то время, когда я уже захватил. Вау, классный лёг! Да! Панталоны, чуваки, все панталоны! Зато я успел захватить, я молодец. Ааа, я не отхватил, ведь успели. Ваша команда потеряла территорию. Давайте надо всем навалиться туда. Хотя они меня не слышат, ну и что? Ну да, они меня видели, что поделать. Не, надо было другое взять. Что со мной? Я же что, ламбаду танцевал? А, нельзя как-то поменять это, набор способностей? А-а-а. Господство. Видел, как он шел. Одну из ваших территорий атакуют. Нет, уже не атакуют. Я защитил А. Тут же главное очки, не очки набирать, а главное убивать людей, так что не важно. Черт, они и С захватывают. Вот сань. Ваша команда потеряла территорию. Так, ладно. Он у нас сидит, наверное, на скамейке. Да, на скамейке сидит.
победили. Есть. Это было достаточно просто. Ну, это, знаете, тут... дело в чем? Дело в том, что здесь, наоборот, интересно играть в том смысле, что... ты постоянно под надзором смотришь... Под надзором вражеской команды. То есть, если раньше ты... Это что такое? Что за херня? О, господи. Если раньше, как бы, в краже артефактов или там что-то в краже сундуков, что там было? Нужно было что-то типа красть сундуки, да? Или еще что-то было делать. То сейчас надо контролировать территорию постоянно. А ты в одном и том же месте. И там могут быть... Кто-то может защищать эту территорию, еще что-то. Когда нормально команда разделяется, тогда намного интереснее играть, чем то, что вы видели в первом матче. И главное то, что здесь надо не очки набирать, а именно, что территории захватывать, поэтому можно особо в стелс не уходить, а просто убивать врагов на скорость.